Детский сад номер 76 долгое время претендовал на звание самого крупного не только в Краснодарском крае, но на всем юге России. Он рассчитан более чем на 500 мест. То, что теперь его можно характеризовать как самый большой, стало наверняка известно чуть больше года назад, когда во дворе началось строительство пристройки еще на 130 мест. Потому и праздник получился многолюдным. События заметные. Чуть ли не каждый третий житель Дагомыса или сам ходил в этот детский сад, или детей приводил. Нарина Микоян считает, лучше места для детей нет. Этот корпус построили на наших глазах. Мы уже ходим сюда 4-й год. Мне старшая дочка ходила. Садик великолепный, я очень довольна. Но мы еще вернемся. Думаю, что если у меня будет еще ребенок, я только сюда отдам. С 2009 года в Сочи построено 3 новых детских сада на 340 мест и 9 пристроек. На очереди возведение еще 12 детских садов и 11 пристроек. В 2016 году дефицита мест в дошкольных учреждениях быть не должно. Мне только остается поблагодарить губернатора Краснодарского края Александра Николаевича Ткачева, потому что все эти детские сады, которые мы строим, и все те, которые нам предстоит еще построить, это у нас получается благодаря тому, что он нам оказывает огромную помощь. По большому счету мы строим их 50 на 50. А то иногда и краевая доля здесь значительно выше, чем муниципальная. Особая благодарность от властей города строителям за добротное и удобное здание. Почетными грамотами наградили и воспитателей. Многие работают здесь десятки лет. Говорят, пристройка более чем комфортная и для педагогов, и для малышей. Что особенно важно, ведь это детский сад комбинированный. А группа коррекционная есть с ограничением здоровья. У нас две логопедических, они все выходят уже чисто говорящие. А тем временем сейчас завершается возведение еще одной пристройки в микрорайоне «Голубые дали». Она будет введена в эксплуатацию уже в сентябре. Татьяна Нагорская, телекомпания ФКТ.